Ребят, еще раз привет. Теперь давайте попробуем с Сашей сравнить ТЭК, показания и вот этого электронного 120. Это, ребят, это важно. Это важно, чтобы здесь не получалось так, что здесь мы пожмем 120, грубо говоря, ну это я грубо говоря, утрированно говорю. Здесь 120, а здесь 100. Или наоборот, здесь 80, а здесь 100. Чтобы сравнить, понятно, вот она ширина, она гораздо больше, чем здесь. Но, допустим, я себе ставлю вот такую высоту, ну, я ее очень долго подбирал. Здесь я эту высоту подобрать не могу. Ну, в силу того, что вот он так сделан. Но Санька опускает эту ручку гораздо ниже. То есть он ее опускает, как здесь. Поэтому можно сравнить. Все, погнали. Так, камера, мотор. Нет, вот это. Так. Прогружается. Ноль. Все. Не схватился. Не схватился, но, ребят, это для него не схватился 100 килограмм. Ничего, правда. А тут все время пытаюсь до этой цифры дойти и чую, что не увижу ее. Вот, смотрите, вот. Киллер-бенд. Это схватился. Причем это фактически 106,8. Это был его рекорд на тейке. Причем значит, правой рукой. Да, откладываю в сторону. Вот они 106,8. Вот опускает. Покажется, что ты опускаешь ручку. Вот он ручку опускает низко, так как на электронике. Значит, левой. Не, ну, самое главное, что это одинаково. Вот 99 где-то килограмм, а тут 100 было на электронном. И так, и правой рукой убираем. Вот, стрелочка убрана. То есть, ребят, видите, что все совпадает. Если грамотно брать динамометр, жать грамотно. Вот, пожалуйста. 102,5, 103 даже можно практически засчитать. 103, 106,8. Но при условии, что сила-то тоже уходит и теряется. И эти 2-3 килограмма будут в разнице. Ну, да. Все, ребят, всем здоровья, встречаемся в обители.